С возвращением в GTA 5, друзья, с вами, как всегда, я, Гост, и сегодня мы рассмотрим новый мод на Бэтмена. Он вышел совсем недавно и, честно говоря, стал уже очень-очень крутым. Хочу, ребята, вам показать, на что способен наш Бэтмен. Поспасаем с вами, конечно же, Лос-Сантос. Давненько мы с вами не делали это за Бэтмена. Да, кстати, как видите, мы с вами умеем летать при помощи плаща, что очень круто. Ну, вас в самом начале этого ролика хочу попросить, конечно же, не забывайте ставить лайки, ребята, потому что они очень важны для меня. Надеюсь, что ролики вам нравятся. Не забывайте поддерживать их своим призрачным лайкосом. Конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы вступить в наш семью призраков, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. В последнее время, кстати, замечаю, что реально многие смотрят ролики без подписки. Ребята, вам тут на канале очень сильно понравятся ролики, выходят каждый день по GTA 5 и не только, периодически еще что-нибудь снимаю интересненькое. Обязательно подписывайтесь, потому что вам тут реально понравится, я обещаю, потому что видосы очень интересные. Конечно же, ребята, как всегда, всем желаю приятного аппетита. Если вы сейчас что-нибудь кушаете или попиваете чайчик, рассказывайте, как у вас там дела в комментариях и что нового происходит. Как у вас там, кстати, учеба продвигается? Уже первая неделя закончилась учебная у нас. Я думаю, что за это время многие уже, наверное, подпривыкли учиться. Хотя, наверное, после таких долгих каникул, вряд ли, конечно же. Но в любом случае, рассказывайте, ребята, будет интересно почитать. А вот у нас и появилось первое задание, на которое мы с вами отправляемся. Сейчас где-то в центре Лос-Сантоса происходит ограбление инкассаторской машины. Я практически приехал к этому месту, судя по карте. Да, вон у нас полицейский. Полицейские стоят, перестреливаются с огромным количеством преступников. Так, защищаем чувака этого. Все, встаем, ребята. Блин, его уже походу ранили. Нужно там прикрыть других полицейских. Кто у нас остался? Кто-нибудь? Нет? Да, вон там тачку расстреливают. Погнали быстрее, прикроем офицеров. Парни, не высовывайтесь, не высовывайтесь в коем случае. Я сейчас сам все зачищу. При помощи, ребята, вот так вот миниганчика нашего все зачистим просто. Отлично, блин. Получайте нафиг, вон еще один стоит с пулеметом. Я, ребята, не знаю, тут выходить на самом деле из тачки это огромная глупость будет. Потому что противников очень много. Смотрите, как мы спокойно их тачки просто разносим. Тачка бронированная, вообще офигенно. Кстати, ребят, как вам вообще такая машинка? У нашего Бэтмена есть огромное количество другой техники. Там самолеты, вертолеты, прочее. Если хотите, ребят, в следующей серии вам покажу. А вот и второе задание. Мы, кстати, находимся совсем недалеко. Поэтому как можно быстрее поехали туда. О, это, по всей видимости, задание настройки, да? Я так полагаю, преступники засели где-то там внутри. Придется теперь мне точно покидать свой транспорт и отправляться на это задание без него. Оу, они прям тут стоят. Так, ребята, сейчас объедем. Где-нибудь вот тут остановимся, чтобы они по мне не смогли стрелять с самого начала. Вот просто вот тут вот загоним тачку. Все, стой на месте. Почему-то не пробила стену, блин, такая жесткая машина. Все, ребят, погнали. Обойдем противников где-нибудь сбоку и засядем. Я предлагаю, например, вот тут вот на втором этаже. Давайте вот так вот при помощи нашего крюка подтянемся. Вот, отличненько. Все, мы с вами, ребята, сверху, и теперь имеем преимущество над противником. У нас тут сами, как вы видите, 6 способностей. Но, честно говоря, пока что у нас работает только одна способность. Это батранг 3 видов. Газовый, взрывной и обычный. Сейчас я взял обычный. Давай, друг, сейчас на тебе поэкспериментируем. Что у нас батранг делает? На, блин! Вот так вот просто, ребята, кидаем в чувака. Ау! Ты чё, офигел, что ли? Пошел нафиг отсюда. Налетел просто на меня. Уже надамажить даже успел. Так, смотрите, ребята, просто кидаемся вот так вот батрангом. Чувак отлетает от каждого удара. На, получи. Только 3 батранга уже я в него кинул. Тебе что, не хватает, что ли? Ну, вот так вот, получи в ближнем бою. Все, хорошо, ребята, запинали его. Так, как их много тут? Надо что-нибудь другое использовать, ребята. Я предлагаю использовать взрывной батранг. На, лови, блин. Так, погоди. А, это газовый батранг. Ребята, я использовал совсем не тот батранг, который хотел. Ну, как раз сейчас, когда мы их с вами отравили газом, предлагаю взорвать все это дело. Вот так вот получайте. Отлично, посмотрите, какой хороший батранг, ребята. Вот он наносит намного больше дэмэджа. Все, мы с вами уронили этих чуваков. Кто меня тут пытается сбоку обойти? Погоди, еще с этой стороны заходит. Иди сюда, дружище, получи нафиг. Вот так вот тебе. Кстати, ребята, мод этот еще на стадии разработки, поэтому все остальные способности недоступны, но уже в скором времени мод будет доделан, и мы с вами сможем поиграть за полноценного Бэтмена. Вы представляете, такое огромное количество разных способок. А еще ведь другие функции появятся у нашего Бэтмена. Как же это круто. Я тем более давно, ребята, не играл с Бэтмена. Наверное, один из самых таких, знаете, нечастых персонажей, за которых я играю, если честно. Так, а где же у нас последний противник? Что-то я понять не могу. Где-то, походу, сверху. Сейчас мы его быстренько отыщем, ребята. Он пытается от меня ускользнуть. Стреляет! Откуда? Где, я его не вижу. Эй, а вот он снизу. Нифига себе. То есть он меня просто обмануть решил. Ну ничего, сейчас мы с ним быстренько разберемся. Давай так от первого лица. Получай нафиг. Вот, все, наваляли ему. Отличненько.
все, задание выполнено. Вот этот крюк, это реально очень удобная штука. Мы с вами, по сути, можем забраться на любое здание, вот так вот используем крюк и просто залетаем наверх. Посмотрите, как это удобно. Это все происходит за считанные секунды. А также мы сможем с вами вот так вот спрыгивать со зданий и просто летать. Да, посмотрите, как это офигенно смотрится. Можно пролететь, мне кажется, прямо до самого Лос-Антоса, если спрыгнуть с какого-нибудь шля от горы, например. А реально приколять, если можно будет допилотировать просто до сюда. Можно будет потом, кстати, ребята, это попробовать провернуть. Новое задание уже появилось, поэтому предлагаю сейчас забраться как можно выше. Например, вот сюда, на здание, которое у нас строится в центре Лос-Антоса. Надеюсь, что получится залететь, давай! Оу, черт! Маленько, ребята, не получилось, но ничего страшного, мы с вами можем отсюда спрыгнуть. Чисто забрался наверх для того, чтобы спилотировать. Вон вижу противника! Пилотируем прямо на него. Вот так, отлично. И начинаем разбираться. Капец, их тут как много. Надо срочно газовый батранг использовать. Кидаем просто сюда, в самый центр. Все, чуваков, ребята, покрываем газом всех. Давай, давай этих тоже вводим из строя. Просто всех, каждого из них. Вот так, отлично. Все, они ничего не понимают, ничего не видят. А в это время мы их будем разбирать при помощи взрывного батранга. Для начала вот этого. Получай, блин, ты как уклоняешься, когда тебя газом отравили. Офигеть. И этих чуваков тоже прям в них вот так вот кидаем. Отличненько. Как тот чувак до сих пор выжил? Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Иди нафиг отсюда. Блин, ребят, кстати, у Бэтмена реально неплохой такой набор способностей, насколько я уже вижу. Ну, само собой, там какой-нибудь Человек-паук намного эффективнее, наверное, будет показывать себя против вот таких вот групп противников. Но в то же время у Бэтмена есть газовый батранг, который сильно и быстро выводит их из строя. Прям реально эффективно работает. Я думаю, что, ребят, когда мод доделается, он будет просто офигенный. Реально крюк до туда дотянется. Что? Нифига себе! Я серьезно до сюда долетел. Просто при помощи одного крюка. Вот это реально очень круто. С крюком прикольно летать. Бэтмен просто офигенно божественно смотрится. Как будто реально не по Лос-Антосу передвигаешься, а по Готэму. Это очень круто. Тем более вот когда вот такая ночь у нас в Лос-Антосе включена, ребята. Это просто офигенно. Так, притянись! Блин. Он иногда, конечно, что-то подтупливает. Но, ребят, ничего, это у нас как бы альфа-версия, поэтому в скором времени все это будет пофикшено, и я прям представляю, какой офигенный будет этот мод. А вот и новое задание у нас уже появилось. Предлагаю отправиться на него прямо сейчас. Только погоди, что это за 4 точки у нас на карте? Оу, ребята, походу я знаю, что это за задание. Да! Чуваки на бронированных тачках просто катаются по Лос-Антосу. И нам нужно как можно быстрее их остановить. Ну что, погнали просто за ними вдогонку. Что-то как-то их даже догнать не могу. Чё? Ладно, не трухи, подадим вот так вот. Оу, капец, разогнался. Так, чуваки, давайте, давайте, кто круче? Либо Бэтмен на своем байке, либо они. Но мне кажется, что мы их сейчас разнесем, если честно. Просто еще можно ракетки взять. Вот так вот, давай прям туда. На, лови! Офигеть, один просто перевернулся. Так, ловим, ловим его и вот так застреливаем. Офигенно, ребята, просто офигенно. Байк реально очень крутой. Сколько, интересно, выстрелов эта тачка сдержит? А вот, отлично, все, первую тачку мы уничтожили. Сейчас теперь эти нужно уничтожать. Еще 3 машины целых. Офигеть, а если взять ракеты с наведением, например? Давайте попробуем. Так, ну чё? Погоди, по-моему, все то же самое осталось, если честно, ребята. Блин, они разделяются. Ладно, погнали сначала вот это уничтожим. Ловите, блин, вот так вот вам. Получайте нафиг. Мне кажется, ракет 10 надо, чтобы одну тачку уничтожить. Все, это тоже готово. Отправляемся обратно. Осталось еще 3 машины. Какого фига, че их так много-то? Блин, капец. Просто весь Лос-Антос сейчас уничтожит в таком количестве тачки. На, получи. Вот так вот тебя просто закидываем. Он застрял, это очень хорошо. Вот так быстро его уничтожаем. Ауч. Ты че, офигел, что ли? Капец просто. А... Все, отлично, ребята. Он сам себя уничтожил, просто врелся сюда и сразу же отъехал. О, дружище, привет, привет. Не хочешь покататься? Давай мы с тобой маленько покатаемся сейчас. Иди сюда, вот так вот получи, блин. И все, застреливаем его сразу же. Давай, давай, вот так вот с пулеметика. Хорошо, блин, хорошо. Погоди, на этом закончили, что ли? А, нет, вот еще один чувак. А что ты по мне стреляешь? Я тебя по карте не вижу. Что он тут делает нафиг? На, блин, лови. Все, хорошо, ребята. По сути, мы со всеми разобрались. Давайте проверим карту на всякий случай. Да, я больше никого не вижу в Лос-Антосе из противников. То есть все, задание выполнено. Блин, ну байк просто офигенный. Как он выглядит круто. Это, конечно, да, ребята. Предлагаю в следующей серии, если вы захотите увидеть еще нашего Бэтмена в GTA 5, не забудьте, во-первых, обязательно поставить лайкос под этим роликом. Вот это 100%. Я предлагаю уже в следующей серии попробовать новую технику какого-нибудь Бэтмена. Там вертолеты, например, самолеты, либо еще что-то в этом роде, ребята. Что вы захотите, пишите обязательно об этом в комментариях. И, само собой, не забывайте также подписываться на канал, чтобы вступить в нашу семью призраков. И, само собой, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Выходят они тут каждый день. Просто не пропускай их, братишка. Заходи сюда постоянно. Я тебя буду ждать. Ну что ж, всем удачи и до скорой встречи. Пока-пока-пока. Пока.